Марк А4 больше не мужчина. В новом ролике Влада А4 к ребятам приехал бывший Риви, который оказался лютым бандюганом. Что он такого плохого сделал, лучше не спрашивайте. Это очень страшный человек. Он приехал, чтобы забрать Риви и жениться на ней. Но как только он увидел Марка, он понял: Риви ему больше не нужна. Чтобы поближе познакомиться с Марком, бандюган пригласил его попариться в баньку. Ну а дальше началась настоящая жесть. Марк даже не выдержал такого натиска и захотел сбежать, но его затащили обратно. О нет! Если бы ты не хотел оказаться на месте Марка, то подписывайся на мой канал. Посмотрим, сколько нас.